Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нету. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой до упора. Уважаемые жители Екатеринбурга, всегда с самым большим уважением относился к жителям Урала, в данном случае к вам, как столице Урала. Мы заранее предупреждаем, что руки прочь от ЛДПР и никому не позволим сомневаться в том, что мы будем участвовать в выборах в городскую думу. А те, кто подают подобные заявления, они должны быть наказаны. Мы надеемся, что 8 сентября пройдут нормальные выборы, и жители Екатеринбурга с удовольствием проголосуют за все списки, и мы надеемся на хорошую поддержку списка ЛДПР. Я обязательно приеду в ваш город, выступлю перед вами, это будет в начале сентября, с тем, чтобы поддержать наш список ЛДПР, тем более я возглавляю его, участвую всегда и очень люблю и Екатеринбург, и весь Урал. До встречи в сентябре!